Привет всем! Сегодня мы представляем вам наш новый челлендж «Девочки против мальчиков». У-ху! Во-первых, давайте выберем участников. Я вижу, вы уже познакомились. Ладно, хватит. Сидите спокойно. Величайший из всех мировых судей вращает колесо фортуны. Посмотрим, что вы будете рисовать первым. Кстати, для каждого задания мы будем ставить таймер, так что придется вам ускориться. Давайте, чоп-чоп. Вы думали это все? Ни за что. На первом этапе мы завяжем вам глаза. Сначала нужно сложить листы бумаги вот так. Открыть и закрыть, открыть и закрыть. Точно, мы долго откладывали это задание. Быстрее, не теряйте драгоценное время. Ну и соревнования. Эти двое здесь, чтобы победить. Посмотрим, что у них получится. Неплохо. Рэйчел, на этот раз ты меня приятно удивила. А Джейми... Да ладно, ты, наверное, шутишь. Это была моя первая попытка. Вы что, издеваетесь? Что? Спасибо! Наконец-то хоть кто-то меня оценил! А теперь, когда вы оба довольны, начнем рисовать арбуз. Зацените! Я отлично справился! Я должна рисовать как он. Ах, я люблю свою работу! Это так вкусно! А, подождите, подождите! Мы в прямом эфире! О, ну и ну! Итак, как поживают мои участники? Цветы и пироженки, как много вы успели сделать! Не могу поверить! Я тоже хочу свою фотографию! Меня никто так не рисует! Он сейчас затопит все вокруг! Эй, Джейми, сделай что-нибудь! Теперь мне тоже хочется плакать! Это ты виноват! Почему? Что я сделал? Я знаю! Давай нарисуем котят в очках! Они будут похожи на тебя! Это гениально! Давайте начнем! Отличная работа, партнер! Эй, у меня есть идея! Теперь я выиграю! Ага, конечно! Ой, у тебя что-то на лице! А, я тебе покажу! Что будешь с этим делать? А? Эй, что происходит? Не может быть! У меня вырос хвост! Помогите! Так, довольно баловаться. Теперь верните все как было. Оба. Так-то лучше. Мы можем продолжать. Но вы нарушили правила и будете наказаны. Что? Может, будем рисовать с их помощью? Эй, у меня получилось. Он это сделал? Я не понимаю. Все благодаря лайфхакам с канала Сэма. Я тоже его смотрю. Что? Нет! Кажется, нет. Рэйчел, какой беспорядок ты устроила. Уберись и побыстрее. Мы здесь работаем. Вы готовы? Отлично. Ставлю вам двоим лайк. Как ты так смог? Не шуми. Продолжай рисовать. Хорошо, это по-честному. Сначала посмотри на мой рисунок. Эй-эй, пришел симпатичный котик. Неужели? Осторожно! Это была лучшая хитрость. Какая ты сообразительная! Я так тобой горжусь! Переходим ко второму этапу. Что покажет нам колесо на этот раз? Поехали! Что мы получим? Оу! Мое любимое! Кот-единорог! Итак, на старт! Внимание! Марш! Как выглядит рок? Как дела, Джейми? Yeah. Что? Почему ты так на меня смотришь? Эй, это было грубо. Неа, это вдохновляет. Чеддер, меня раздели. Это что, шутки такие? Эй, что происходит? О нет, прекратите. Я устроил дочке с конфет. И если вы не продолжите рисовать, я сокращу ваше время.
Интересно, что он рисует? Не жадничай! Ты должна рисовать сама! Если хочешь, можешь посмотреть на мой рисунок. Правда? Спасибо! Пожалуйста. Не знаю. Я думаю, что выгляжу мило. Ты сделала это специально. Настоящие друзья так не поступают. Да ладно, это было смешно. Опять ругаетесь? Тогда хотя бы делайте это правильно. Вот мягкие игрушки. Они помогут вам закончить рисунки. И когда вы поумнеете... Круто, это очень кстати. Спасибо за подсказку, Сэмми. Отлично, вы на полпути. Теперь возьмите маркеры и начинайте рисовать. Я сделаю тебя яркой, Рэйч. Мой нос! Я выберу маркеры первым. Что? Что со мной происходит? Получай, умник. Я всегда на шаг впереди тебя. Ну хватит, пора с этим заканчивать. Я верну все на свои места. Поторопитесь, глупцы! Вы потратили все свое время на шалости! Ох, эти коты и единороги такие милые! Я не могу выбрать лучшего! Значит, у нас должен быть еще один раунд. Я так рад! Подписывайтесь на канал, если и вы рады со мной. И это Пончик с единорогом. Пусть победит лучший художник. А? Как это произошло? Не повезло, да? Что? Я не могу рисовать таким маленьким карандашом. Я все маме расскажу. Эй, это финальный раунд. Он всегда самый сложный. Посмотрим, что у вас получилось. Вау, потрясающе! Я подойду поближе. Мой пончик подмигивает. Мне нравится. Нет, это невозможно. Я не могу определить, какой рисунок лучше, пока вы их не раскрасите. Вот ваши инструменты. Делайте свой выбор. Ты первая. Нет, ты. Я настаиваю. Я тоже. Просто выбери уже. Мне это все не нравится. Успокойся. Давай начнем сначала. Что? Этот цвет слишком бледный. А этот слишком яркий. Ох. Оранжевый? Наконец-то. Ох, не тот оттенок. Ты взял цвет, который мне нужен. А теперь поменяйтесь рисунками. Ох, какой же я хитрец. Это несправедливо. У нас есть два потрясающих рисунка. Жюри удаляется для принятия решения. Надеюсь, что я буду победительницей. Что он делает? Серьезно? Так ты фанат Пушина, да? Никакой я не фанат. Вообще-то я решил немного изменить задание. Мне нужно больше рисунков. Вот так Пушин вам поможет. Ха! Это мой звездный час. Так держать? А я буду действовать нестандартно. Эй, ты жульничаешь, мне нужно поторопиться. Обстановка накалена до предела. Кто же победит? Я не сдаюсь. Нет, ты ужасен. О, она это так не оставит. Джейми, у тебя большие проблемы, приятель. Подождите, я могу превратить это в свою победу. Отличная идея, Рэйчел! Что? Печенье? Я тоже хочу печенье! Можно? Можно, пожалуйста? Ах, от всех этих челленджей у меня аппетит разыгрался! Сэмми, не мог бы ты не шевелиться? Еще долго! Я так хочу съесть печеньюшку! Мы почти закончили, честное слово! Наконец-то! Эй, Джейми! Смотри! О, вау, потрясающе! Научи меня, я умоляю! Сделаю все, что захочешь! Ладно, держи.
Спасибо! Это так круто! Мне очень нравится! Что? Вы уже закончили? Я должен увидеть результат! Ух ты, удивительно! Хорошо, на этот раз вы оба получаете очки! Да! А у меня появилось так много крутых рисунков! Итак, я принял решение, и у нас победила дружба! Держите, друзья, а призом вы поделитесь! Как вкусно! Друзья, до скорой встречи!